Меня зовут Сиражев Александр. Сегодня я прыгаю с башни саркофаг. Большого забора. Так, вперед сначала будет. Как тут круто! Да. Как на это девчонки соглашаются? Вообще не знаю. Вот и ребята. Не особо, но интереснее, наверное, в полете еще круче будет. Отлично. Смотри на меня. А, на эклиде. Пошел. Так, давай, поднимай руку. Не-не-не. Вот это правильно все. Так? Не-не-не. А, левая? Давай закрутим ее, да? Да не надо. А если я выкину, я чуть-чуть виноват буду. Ну ладно, доверюсь тебе. Тебя будто больше. Уже спорили. Не выкидывали. Подготовленному человеку невозможно это сделать. Да, наверное, там сокращается, да, все. Все руки, ноги будут подряд. Все, прыгаешь. Вон он, конечно, уже кругом. Охренело. Все, подходи ближе к краю. Я уже на краю. А можно так разбегу? Ну, как бы с толчка. Нет, нет. Да. 3, 2, 1, прыжок! Охренеть! Нифига! Крутя! Спасибо, дорогая, за подарок. Как? Вообще круто. Я даже кричать не хотел, получилось, но закричал. Там вообще нечто неожиданно. Да, вообще классно. Всегда хотел попробовать, что-то такое падать. А? Всегда хотел попробовать, что это такое. Вышел хорошо, амплитудненько, сальто сделал. Мне предлагали сальто сделать, так, но... Ты сделал сальто? А, я сделал сальто. Димон, давай. Я даже не понял.